Победителя национального конкурса «Мерилли от Баса» определили в Алматы. Здесь прошел городской этап ежегодных соревнований. В этом году в мегаполисе заявки на участие подали 235 семей. Из них в финал вышли лишь 8. Они защищали честь своего района. Заявку на участие в городском этапе конкурса подала и династия алматинских железнодорожников. В семье Капишевых эту сложную, но интересную отрасль выбрала уже 26 человек в трех поколениях. Для нас победа стала неожиданной, но очень приятной. Будем теперь готовиться тщательно, чтобы отстоять в Астане честь нашего города и нашей семьи железнодорожников. Любовь к железной дороге у нас в крови. Именно благодаря этому мы сегодня и одержали победу. Мы всей душой болеем за нашу профессию. За звание образцовых семей казахстанцы борются уже 11 лет. И с каждым годом интерес к конкурсу растет, делятся организаторы. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, есть определенные требования. То есть семья, которая подает конкурс, он должен соответствовать определенным требованиям. После этого он допускается в конкурс. Мы таким образом пропагандируем институт семьи, пропагандируем традиционные ценности семейные. Победители городского этапа будут представлять Алматы в финале национального конкурса «Мерилли от Баса». Он пройдет в Астане в сентябре.